Тюмени накануне назвали имена представителей спортивной элиты 2018. По традиции в декабре чествовали спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта, которые добились высоких результатов в течение года. На церемонии награждения побывал Сергей Степанов. Вместо спортивной формы классические костюмы и платья. В таком образе тюменских атлетов увидишь нечасто. Но сегодня повод особенный. Их чествуют за высокие достижения на российских и международных аренах. 15 номинаций, более 60 спортсменов и тренеров. Лучшим в олимпийских видах спорта в этом году признан лыжник Александр Большунов. В феврале он триумфально выступил на Олимпиаде в Корее, завоевав 3 серебряных и 1 бронзовую медаль. Среди лауреатов и его напарник Денис Спецов. Я думаю, что победы наши не за горами у юных спортсменов, тем более есть такие хорошие примеры в нашей Тюменской области. И самое главное, что у нас есть хорошая такая система спортивной подготовки, которая дает возможность именно раскрыться юным талантам. Талантов среди юных атлетов и правда немало, причем не только в зимних видах спорта. Пловчиха Елизавета Кливанович признана олимпийской надеждой. В этом году на юношеских играх в Буэнос-Айресе в составе нашей сборной завоевала сразу несколько медалей, в том числе 2 золотых. Соревнования такого уровня в карьере девушки первые. Не ожидала, что зайду на такие вершины, но я очень рада этому. Буду дальше работать, стремиться к большему. Награду получила и тренер Елизаветы. Вложено, конечно, очень много сил с моей стороны. Очень много сделано работы с ее стороны. Спасибо ее родителям за терпение и за помощь. Но все вот так сложилось. В этом году звезды сошлись. Элиты не рождаются, ей становятся. Так считает еще один победитель премии, мастер спортивной аэробики Данил Чиюн. Он выступал в составе сборной на чемпионате мира по спортивной аэробике. Наши впервые за долгое время выиграли командный зачет в этой дисциплине. Тогда эти эмоции, конечно, были невероятные, потому что мы, в принципе, не ожидали, что мы на данный момент, вся команда готова настолько, что, все наши конкуренты остались позади. Это, конечно, было невероятно, и мы очень рады, что мы являемся этим поколением, когда наша команда стала победителем. В этом году тюменские спортсмены завоевали более 1000 медалей разного уровня. Высокую планку постараются удержать и в следующем году. Сергей Степанов, Павел Михайловский, Тюменское время.